Доброго здравия, уважаемые зрители. Сегодня, значит, проводим дальнейшие опыты. Это пока отложил. Наверное, завтра займусь. Вчера запускал. Как-то идея немного другая. И другая идея пришла. Как же все-таки обойтись без реинисторов вообще? Ну, так как я это самое. Вот она схема. Так как я. То есть обойтись вообще без ничего. Сейчас я другую еще нарисую. Так, ее. То есть схема вот в чем. Значит, мотор, генератор, а вот тут вот, значит, подается выпрямитель, вот. Подается, значит, у меня тут вот это реле. Отвертотельное реле соединено с китайским. Вот это отвертотельное реле на 60 вольт только. Она 220 вольт была. Заказал я одно для опыта. Вот она. Она приказала долго жить. То есть лампочка горит и все. Мигает якобы. Разбирать такую вещь не буду, лучше заказать новое. А на 60 тут получается, видите как, получается, я даже 50 запускаю, у меня там до 100. Запускаю 40. Оно немножко там снижается. Немножко снижается. Но, в принципе, было бы, может, и больше пользы, когда запустить полностью. Сейчас я покажу, что с этого выходит. Что с этой выходит. Не допускаю. Вот так. По схеме, вот мотор-генератор, вот, как мы будем запускать, это вот в ящике. Вот, что в ящике. Большом. Один мотор, один генератор. А здесь вот выпрямители. Значит, подаем где-то 40, 38 даже, 38, 40 грязная. А тут вот выходит 70, где-то 60, ну чуть больше, я думаю, не спалю. Вот сюда выходит, значит, минус прямо идет, то есть я закольцевать хочу. Но закольцевать, как известно, будет это самое. Я даже показывал. Круг, когда кольцуешь, и вот оно. Допустим, вот провод, вот. Некуда, энергии некуда идти, она останавливается, значит, питается извне. Допустим, от батарейки. Просто батарейка тянет больше. И это все, и мотор, и это. Значит, надо было что? Разорвать как-то здесь. Вот как я сделал. Вот так. Вот так. Реле. Вот это твердотельное. Вот, по-моему, поставил на одну секунду. Здесь прерывается. Вот отсюда выходит ток. Выходит. Здесь прерывается и подается. Когда подается, здесь напряжение больше, счетчик стоит. Сейчас посмотрите. То есть, ну опять-таки экономится 50%, а не 100. Надо добиться 100, значит, надо реле более мощное, еще что-то поставить, какие-то конденсаторы.
Может, даже эти ионисторы. Но они тоже, напряжение у них слабое. Вот сейчас. Тоже загвоздка. Значит, включим сейчас. Посмотрим, как оно. Вот, это на 40. Так. Включаем эти. Включаем. А теперь... А, вот здесь не включил. Вот. Вот здесь мигает. Вон, видно, мигает. А теперь включаем. Тут что происходит, видите? Счетчик стоит и идет. То есть еще бы сюда поставить кондеры. То есть я, видите, что? То есть половина идет. Половина тратится, половина нет энергии. Потому что вот эта энергия генератора заходит сюда. И пока она не успевает выровняться, в это время напряжение с выхода выше, и счетчик раз и останавливается, вот стал. То есть такая система позволяет экономить 50% ровно. Но мне это не надо экономить, мне надо полностью. Значит, надо еще ставить. Так, вот она. Вот здесь, наверное, какие-то кондеры. Но у меня таких нет, мощные. Во-первых, реле на 60 вольт. То есть надо поставить реле на 250, на 300. Но все равно оно будет проскакивать, как вот здесь вот круг. Круг, допустим. Это замкнутое. А тут вот пространство, когда выключаешь пространство, энергия проскакивает, потом еще пространство, еще пространство. И когда она проскакивает, вот сюда, сюда проскакивает, получается, что напряжение отсюда-то выше, и сила тока выше. И, значит, сети здесь, вот сети, вот сети, в этот момент, одну секунду, сети, значит, не идет разбор, то есть счетчик не крутится. Так как здесь сила тока выше. Но если ее постоянно пустить, она сравняется и будет, как вот я показывал по кругу. Значит, для того, чтобы выровнять полностью, надо здесь сюда что-то кондеры ставить. То есть это еще подумаем. А при такой системе 50% только. Но это меня не устраивает. Но все равно надо продумать, какие кондеры сюда подобрать. Ну, реле это понятно, помощнее, потому что тогда я могу подать не 38 вольт, а, допустим, 220 вольт подать. И тогда у меня уже будет больше здесь. Но все равно мне надо накапливать. То есть этот пока... Такой вариант пока еще, значит, сырой. Предлагаю на обсуждение, как говорится, и лаву обдумать, что сюда поставить. Возможно, кондер. И тогда, значит, будет один раз кондер, второй раз это с кондера будет выходить сюда. Сглаживать. То есть вот она идет. Раз. И сюда. И надо выключать. Если не выключать, она сравняется. А если она будет на кондер идти, то она будет два раза. Возможно. Ну, короче, это сыровато. Но просто для размышления. Единственное, что с такой схемой можно получить экономию.
50%, то есть ровно 50% экономится. Ну вот такие. Ну завтра буду продолжать. Даже сегодня, наверное, отдохну с ионисторами. А вот над этим надо подумать, как все довести. Конечно, если бы удалось вот это довести как-то с помощью каких-то кондеров, подумать надо. Чтобы не 50, а 100% было. Так и пока не выходит. Тогда не надо было ни ионисторов, ничего не надо было. Просто провод соединил, и это устройство здесь. И работало бы круглые сутки. И сюда бы еще шла энергия. Энергии может идти столько, чтобы здесь напряжение, несмотря на то, что здесь вот потребитель, чтобы здесь напряжение все равно было выше хотя бы на пару вольт. Вот тогда она будет тормозить счетчик, останавливать в этот момент. А как она добиться, чтобы она постоянно шла, над этим надо еще подумать. Будем проводить опыты. Ну, с этим будем проводить и добивать вот это вот, то, что вчера показывал. Вот. Ну, все на этом.